58 тысяч евро долга. Ряд экспертов считают, что сейчас этот сценарий грозит Европе, но у Японии есть это важное отличие. 90% задолженности выражены в иенах и находятся в руках самих японцев, что снижает риск дефолта. Мировой авиапром готовится к битве за азиатского клиента. Во вторник в Сибирь стартует международный авиасоколов, ведущее мероприятие такого рода в Азии. Именно на этот регион через 30 лет, как полагает вице-президент американского концерна Boeing, будет приходиться половина воздушных перевозок планеты. Рэнди Тинсет, вице-президент Boeing по маркетингу, говорит, в ближайшие 20 лет Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим рынком мира. Объем пассажирских перевозок по нашим проходам будет расти на 6,3% в год, грузовых перевозок на 5,8%. В результате спрос на лайнеры достигнет 13 тысяч единиц. Таким образом, по сравнению с нынешним состоянием, воздушный парк авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона за 20 лет утроится. В денежном выражении это перенеслось в Boeing, его европейскому конкуренту Airbus и другим производителям свыше 1,5 триллиона евро. Но в Сингапуре представляют не только технику гражданского назначения, так что участники выставки будут бороться за оборотные заказы. Авиашоу в Сингапуре продлится до 16 февраля. Бесплатно на грэпали.тв. И так как же...